купил холодильник фирмы Бека или Века, как называется, классный объем. Здесь полки, короче, 100 с чем-то литров, снизу вот три полки. Все суперно, понравилось. Но вопрос один, как его включить? То есть вот там есть емкость для конденсата, вот она внизу. Старых холодильников, вот меняю старый, вот здесь емкость есть. Здесь вот такая штучка есть, трубочка спускается. А вот в этом, так, вот емкость для конденсата. Вопрос, трубочки-то никакой нету. Вот здесь что-то прилеплено такое. Вот это, я так понимаю, эту емкость ставится на конденсатор. А вот снизу, так, вот снизу. Вот такие две резиновые штучки. Вот здесь вот. Вот что с ними делать. Я так понял, что нужно эту штуку вставить. То есть резиновый. Вытащить и вставить. Но в интернете нигде нет информации, что же на самом деле. И либо вот эту блестяшку. Вот что-то непонятно для чего она. Либо ее отковырять. Ну, я так пощупал на ощупь, что там что-то такое засекреченное. Наверное, пачка с долларами лежит, либо алмазы захвали. Ну, в общем, короче, я так думаю, вот это надо либо подрезать, либо что, чтобы это самое. Короче, сейчас пойду к менеджеру, спрошу, что же на самом деле надо делать, чтобы его включить. Вот. А тут как бы все есть, холодильник суперный. Емкость позволяет и заморозить продукты, и рапанчиков, и все. Вот. Такие дела. Так что пойду спрошу, скину запись на канал «Процессия обслуживания», выскажу свое мнение об этом холодильнике.